Когда я приехал, я не знал, что такое бабник. Честно, я не знал, потому что я думал, это бабник, там где много-много бабушек собирается, это бабник называется. Честно, я не знал. Я был когда в Москве, и в Москве мне сказали, что такое бабник, и что меня включили песню. Песня называется, есть такая группа «Дюна». Да, вот наш Борка бабник, наш Борка бабник. Кто не бабник, кто не бабник? А? Пенкин, Шура и Моисеев. Мне так и сказали, не знаю почему, ну так и говорили. Да, еще, вы знаете, да, много чего я не понимаю. Еще я рассказываю, что никогда не рассказывайте мне никакой анекдот. Почему? Когда я не понимаю, мне трудно. Я когда начинаю понимать, я мучаюсь еще. И что это? Черный смородина. Почему красный? Потому что зеленый. А что тут смешного? Человеку плохо видно, а вам смешно. Вот это тоже, понимаете, когда еще мне рассказывали, что есть такая актриса. Не знаю, это актриса или актер, это певица или певица, это Верка Сердючка. Знаете, да? А я не знал, мне рассказывали про него тоже, потому что, ну, много чего мне было интересно. А мне сказали, что это он, это не она. Да? И еще мне показывали афишу, там, где было написано на его афише, одно лицо его, ее, и еще лицо было мужчина. Там написано было, как писать, Данилка, да? А там была Верка Сердючка. Я не понимал. Потом один мне говорит, Маниш, если бы ты был бы на ее концерт, ты бы понял бы точно. Я говорю, что случилось? Потом, когда я видел, как она танцевала в юбках и пела эта песня, это как эта песня называется? Дольче Габбана. Да? Когда она приехала, танцевала, чуть-чуть было видно Данилка, понимаете, да? Вот. Нет, я тут честно, я не понял, почему Данилка, почему Верка Сердючка, ну, это ему то, что рассказывали, я мучился, ну, конечно, да, это меня тоже много чего я не понимаю. Еще не понимаю, понимаете, это слова, это хрен. Вы знаете, да, я чуть-чуть уже понимаю, потому что там очень-очень много раз его используют. Не знаю почему, например, да, смотрите, да, да хрена это много. Ни хрена это ничего. А хрен тебе тоже ничего. Еще речь такой, ни хрена себе. Один раз тоже был это на концерте, когда я ездил в Москву, когда там был, там, ну, был совместный концерт, и там уже рассказывали на концерте, прямо на сцене, рассказывали, Маниш, вот это хрен у нас женщин. Честно, я не знаю тот момент, потом меня объяснили. Я всем говорил, там были где-то 1500 зрителей, я всем сказал, хрен вам всем. Нет, потому что я не знал, это женщин, понимаете, да? Я думаю, это действительно, это хорошо, понимаете, да? И так я все рассказывал, еще они, он говорит, Маниш, не так, а вот так надо, еще красиво. Все, хрен вам с тем. Конечно, всем было очень приятно, потому что это хорошие слова, например, да? Ну, потом я понял, что действительно, ну, это что-то не то.